Завершить благоустройство 15-го квартала должны к июлю этого года. В настоящее время выполнена большая часть работ. Здесь сделали освещение, проложили пешеходные дорожки, благоустроили проезжую часть. Осталось привести в порядок некоторые дворовые проезды, сделать дополнительные тротуары и парковочные места. Это задача на весну. Что касается 18-го квартала, тут благоустройство затягивается на неопределенный срок. Все дело в том, что эту территорию проектировали в начале 2000-х, когда дома были построены. Требования к тому, как должна выглядеть внутриквартальная зона, изменились. Там большая часть пожарных проездов выполнена в набивном основании. И практически сразу после того, как работы были выполнены, они, в общем-то, пришли в негодное состояние, да, в связи, опять-таки, с тем, что достаточно большое количество транспортных средств. Кроме того, в квартале до сих пор нет должного освещения. Чтобы решить все эти вопросы, муниципалы округа Южно-Приморский направили обращение в комитет по строительству. Ответа пока нет.